хотел рассказать историю про то, как я решился заняться перепелками. Больше 5 лет назад мы завели вот такое вот животное. Я прочитал, что ему обязательно нужно давать перепелиные яйца. Ну, много нельзя, но периодически нужно давать, потому что там какие-то витамины, которые очень нужны хорькам. Это хорек. Или еще название фредка имеет. Ну и в общем, когда я жил по старому адресу, у нас была соседка, которая держала пару перепелок просто в клетке вместо попугаев. И она угощала нас яйцами иногда. Украшала салаты, угощала перепелиными яйцами. Я позвонил своим родителям, прочитал по поводу перепелок. Оказалось, что это сейчас очень выгодно, высокая окупаемость и так далее. Много чего было плюсов написано про это. Я позвонил родителям и говорю, не хотите ли вы завести пару перепелок, чтобы потом угощать нашего хорька яйцами, потому что двух животных мы не могли завести, и птиц, и хорька завести в квартире. У меня мать согласилась, ей очень понравилась идея. Мы поискали объявление в интернете, а мы живем в разных городах, и когда мы встретились, мы вместе поехали к продавцу и покупать перепелок. Приехали и спрашиваем, как бы нам купить одну или две перепелки. Когда он услышал по поводу того, что мы хотим купить одну или две перепелки, он посмеялся и говорит, вам нужно покупать семью. Вы ничего с этого не потеряете, и вам же будет лучше. Мы послушались его совета, купили семью, клетку и семью из 16 перепелок, 16 девочек. И после этого родители держали клетку с перепелками на кухне. Но иногда заезжали ко мне и привозили мне яйца. И так это дело понравилось, когда 16 перепелок каждый день получали по 15 яиц. Сначала сами съедали половину яиц, а потом стали появляться излишки. И так, а перепелки живут около года, потом они там почти все померли. Родители поехали и купили еще, и так в течение многих лет они ездили и покупали каждый год, раз в год по 16 перепелок. И с каждым годом, когда я на это все смотрел, мне все больше и больше это нравилось, я читал много литературы по этому поводу, и после этого решил заняться все-таки перепелками. Я думаю, что я и даже не жалею, после этого уже прошел год, как я начал разводить перепелок. У меня стало это хорошо получаться. Продаю яйца. Сейчас начал продавать уже птенцов. Люди покупают. В магазине все это стоит дороже. И дома диетическое. В общем, все довольны. Смотри, какая вкуснятина. Хорьки обожают перепелиные яйца.